Салют, народ! Сегодня будет на что посмотреть, поэтому смотрите до конца, а я начинаю. К нам тоже заглянула осень. Утром было плюс 12, а раз похолодало, то есть шанс поймать ставриду, подумал я. Покидал ставку, но счет пойманной рыбе размочила зеленуха. Снова наловлю несъедобной рыбы, подумал я. Но слава богу, я ошибся. Далее поймал окушка и был счастлив, как ребенок. С наступлением прохладной погоды активизировалась данная рыба. Утро продолжается. Закидываем наживку обратно в воду. А это барабуля, она всегда, кстати, в копченом виде просто огонь. Пробовали? Кстати, хочу напомнить, что блогера поддержать совсем не сложно. Я точно уверен, ты знаешь как. Далее я поймал еще морского окуня. В минутных видео жесткий дедлайн, поэтому вот вам калаш из несъедобной рыбы. Ее я отпускаю. А далее калаш из рыбы, которую я заберу. Если досмотрел до этого момента, то переходи в профиль, там еще есть на что посмотреть. И обязательно будут новые клевые видео. Всем до встречи, еще увидимся.